Всем привет! Меня зовут Десиди, и в этом видео я покажу вам, как сделать не вот эту вот прекрасную вещь, а вот такую штуку. Всех ведь бесит, что все вот эти вот приложения, значки появляются слева. И никак их нельзя сделать, чтобы они были по центру приблизительно. Ну хотя почему никак? Сейчас вам покажу, как это сделать. Итак, вам понадобятся стандартные средства вашего Windows. И, собственно, начнем. Кликаем правой кнопкой мыши по панели и открепляем ее от экрана. Убираем вот здесь вот галочку. Итак, далее. Панели. Создать панель инструментов. И выбираем, ну я выберу рабочий стол в своем смысле. Так, и создаем папку. Ага, так. Новая папка. Переименовываем ее в пробел. Но не обычный пробел, а через numpad. В общем, зажимаем Alt и нажимаем клавиши 255. Все. Потом Enter. Вот наша папка без названия. Выбираем ее. И вот она появляется здесь вот справа. Ее не видно, но вот она есть. Теперь мы берем и перетаскиваем вот этот вот ползунок. Не ползунок, вернее, а справа от этого ползунка. Берем и тащим влево. До предела. Вот так. И выбираем необходимую нам длину. Где-то по центру, чтобы были иконки. Так. Все. Теперь мы закрепляем панель задач. И удаляем папку. Где папка? Ну, в общем, сами удалите папку. От этого панель не исчезнет. Также скажу вам несколько интересных вещей. Если вы создаете новое окно, то есть, которое вот здесь вот появится, оно появится также справа. И, соответственно, все собьется. Но это то, с чем приходится мириться, собственно. На этом все. С вами был Десиди. Если вам помог данный метод, поставьте ему лайк. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.